Здравствуйте, Евгений. Это видео про ваш объектив с одуванчиком Лушникова. Вот объективчик аккуратненько переделан. Я сделал специальную пластиковую вставку, которая закрывает внутреннее пространство. Диафрагма работает. Уплотнительная резинка не дает люфтить кольцо диафрагмы. Сейчас я проверю одуванчик в камере. Шкала немножечко смещена влево, потому что невозможно сделать. Если сделать прямо, то рычаг, который на объективе отвечает за управление диафрагмой, может сорвать одуванчик. Поэтому чуть-чуть смещена шкала влево. Фокусное расстояние 50 миллиметров. Диафрагма от 1,8 до 16. Ловушка фокуса включена. Фокусировка в упор до бесконечности. Если колечко прокрутить, получается где-то метров 10, может быть 15. К сожалению, без переточки объектива или без варварского метода, которым переделан ваш первый Гелиос 77, сделать дальше фокусировку невозможно. Здесь практически никаких изменений в конструкцию объектива не внесено. Можно выкрутить винтики, снять байонет Nikon и обратно установить родное М42 крепление. Объектив будет в своем первозданном виде. Объектив готов к упаковке и к отправке. Спасибо за внимание.